Участники концерта в своих выступлениях вспомнили как традиционные и давно существующие, так и недавно возникшие праздники. Ученики шестых классов пели, танцевали, читали стихотворения о самых главных событиях в истории нашей страны. Это нужно для того, чтобы знать, как бы, праздники России, чтобы их нужно было отмечать, потому что каждый праздник важен. Во время концерта ребята не только смогли вспомнить важные даты из истории нашей Родины, но и посмотреть на эти события с нового ракурса. Некоторые номера отличались особой трогательностью. Ученики 6 В класса говорили и пели о самом дорогом, о любви к матери. В выступлении также приняла участие ученица 1 класса Аня Уренко, которая поразила зрителей своей искренностью. Мы вместе, на душе светло, мамочка родная. Я молюсь ночами, чтобы ты жила, чтобы ты здоровой, мамочка, была. Ученики 6 Г класса под руководством Иветы Бегляровой старались раскрыть тему первого полета человека в космос как одно из самых ярких и запоминающихся событий минувшего столетия. Высочайшее достижение человечества, открывшее миру новые горизонты. Будем говорить о космосе, конечно, и об освоении космоса, но для нас важно связать было освоение космических пространств с любовью к своей Земле. В номере ребята использовали световые эффекты и вместе со зрительным залом отправились в космическое пространство и совершили путешествие к звездам. Подобный формат позволяет сохранить воспоминания о значимых эпизодах нашей жизни. И, возможно, ребята, учитывая опыт предыдущих поколений, сделают правильный выбор в жизни и станут частью истории. Алексей Мельников, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.